можно узнать, почему отходы вы поставили вот сюда на стол, на раздаточный? Вы хотите нас покормить отходами вторую смену? А кто ими кормит? Сейчас со стола отходов перенесли сюда вот эти, вот этот омлет. Я сейчас Наталью Сергеевну вызову. Так? Почему в мойке стоит вот этот отходы? Потому что люди собирают домой себе. Ну пускай они собирают домой себе. Хорошо, сейчас Наталья Сергеевна придет. Я это домой себе можно вот в отходы поставить ведро. Не свиньи, простите. Почему вы должны забирать отходы? Это отходы идут в отходы. Но имеет право здесь стоять. И буквально в пятницу через моечное помещение Елена на раздачу отнесла. Она забрала его в пакетик, хорошо. Положила в холодильник. Но вон там фотографируйте, он здесь. Я видела и там фотографировала.